Вечером 23 октября в микрорайоне Новоленина в Иркутске на жилой дом упал самолет Су-30. Известно, что в нем проживает 5 человек. На момент происшествия их не было дома. Им предложили временное жилье. После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. Подробности трагедии у Натальи Хмелевой. За моей спиной работают пожарные, спасатели и другие оперативные службы. Сегодня в районе 7 часов вечера на частный сектор в Иркутске упал военный самолет. По предварительным данным, погибло 2 человека. Речь идет о пилотах судна. Это кадры падения самолета. Их заснял видеорегистратор. Истребитель Су-30, который проводил летные испытания, стремительно приближается к земле. Спустя несколько минут к дому, где произошла трагедия, было не подъехать. Место происшествия оцепили полицейские. Пропускали только машины со спецсигналами. А за оцепленной территорией стоят местные жители, которые задаются вопросами, что случилось, есть ли пострадавшие и нужна ли кому-то помощь. Неприятные эмоции, конечно, так, блин, для жителей, для местных и вообще в целом, как бы, ну, ничего хорошего не вижу в данной ситуации. Стоял на балконе, курил, вижу, спланировал вниз, собрался, быстро побежал помогать, соседние дома помогал тушить, сарай потушили бабушки. Да, мы гуляли по улице Баумана, шли и, получается, видим то, что, ну, кружит два самолета, получается. И один из них, из него дым шел, из этого самолета, и он, получается, прям клювом вниз полетел в этот дом. И все, мы увидели то, что облако взрыва красное, сразу подбежали туда. Там уже подъехали спасатели, оперативные группы. Что-то они уже говорили в этот момент? Ну, они нам говорили отходить сразу же. Там Росгвардия подъехала, сказала: «Ух, граждане, расходимся, все там». Машина рядом с домом стояла, от машины остались одни осколки. Как уже известно, вылетевший с местного авиазавода самолет проходил летные испытания. Всего в воздухе находилось 2 борта Су-30. Одному удалось сесть, со вторым была потеряна связь. Именно его обломки разбросаны по территории частного сектора. В 17:50 поступило сообщение на ЦУС главного управления о потере связи с самолетом Су-30 авиазавода. Уже в 18:20 поступило сообщение о крушении данного самолета по адресу жилого дома, переулок 2 Советский, 4. К месту были направлены силы Иркутского гарнизона, был объявлен повышенный номер вызова и сбор личного состава Иркутского гарнизона. Истребитель рухнул на двухэтажный дом, в котором, по счастливой случайности, в тот момент никого не было. После крушения пожар распространился на площади 200 квадратных метров. К 10 часам вечера открытый огонь удалось локализовать. Тем временем глава региона встретился с жителями сгоревшего дома. Им было предложено временное жилье. Более того, как отметил Игорь Кобзев, пострадавшим будет оказана всяческая поддержка. Мы обговорили все вопросы, которые необходимы для проживания, ну и для организации работы наших жителей. Мы все точечные моменты по восстановлению учетных документов разобрали. Уверен, что в течение 7 дней эти вопросы будут на постоянном контроле как со стороны администрации, со стороны полиции, со стороны области. Мы решили, что по областному закону у нас в случае нанесение ущерба полностью или там частично 100 тысяч рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат, ну а дальше будем работать индивидуально. По предварительной информации, пилоты упавшего самолета потеряли сознание из-за неисправности в системе подачи воздуха. Однако официальные источники эту версию пока не подтвердили. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. На место происшествия направили следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Это уже вторая трагедия, которая меньше чем за неделю потрясла всю Россию. 17 октября аналогичное происшествие случилось в Ейске. Тогда истребитель Су-34 врезался в 9-этажный жилой дом, спровоцировав обрушение и пожар, в результате чего погибли 15 человек, еще 43 пострадали. Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время.